месячного сына взят под стражу житель Лингасова. Осужден за избиение родного сына. Миасский суд вынес приговор в отношении жителя города, который издевался над своим 5-летним ребенком. Он любил одиночество и с детства был один. Отец и мать каждый вечер выпивали. Каждый вечер его снова избивали. Он уходил из дома и не рисковал приходить. Грустные глаза в синяках, все его тело плачет. Думает, ведь не такую мать хотел я. Смотрит на качели, там играет папа с сыном. Вопросы о дети, где твоя мама, покажи нам. Он идет домой в надежде встретить их трезвыми. В это мало верится, вся надежда треснута. Да пап, ну хватит, подавай мне уже правильный пример. Злится отец и снова достает ремень. Сегодня мой последний день в этом доме. Поживу я на вокзале, там меня никто не тронет. Оставил им записку: люблю вас, папа, мама, но с вами не заживут на моем теле раны. Я прошу, больше не бейте меня. Прошу, больше не бейте. Во всем вы обвиняете меня. Но разве в этом виноваты дети? Я прошу, больше не бейте меня. Прошу, больше не бейте. Во всем вы обвиняете меня. Но разве в этом виноваты дети? Он ушел со слезами на глазах. Господи, за что ты меня наказал? Спать у вокзала, за что мне ответьте? За таких пап и мам виноваты ли дети? Горько заплакал и лег на асфальт. Мне тут будет лучше, мне нужно поспать. Он видел сон, как играет с отцом в машинке, а мама помогает и указывает на ошибки. Он видел, кто-то приутил, а он был просто счастлив. Он видел, как его любили, просто стал их частью. Он видел счастье и не хотел он просыпаться. Но рано или поздно мечты должны сбываться. Малыш, проснись, что с тобой случилось? Не плачь и объясни, ты должен быть мужчиной. Он рассказал молодой паре про все. Пойдем к нам жить, я буду для тебя отцом. А вы меня полюбите, а вы не пьете, вы меня кормить будете. Прошли года, он счастлив, но на душе тираны. Чужие люди стали родными, папа и мама. Мне пора домой, мне пора домой. Мама позвала меня сегодня рано. Небо надо.